ABCDEFGHIJKLMNOP Sports. Hi, Michael. Hi, Alex. Привет всем слушателям ABCDEFGHIJKLMNOP Sports. Прямо сейчас обзор главных спортивных событий за неделю. В этом выпуске ни слова о Дмитрии Тарасове и самой дорогой футболке в мире. Не будем говорить и о Криштиану Роналду и самой счастливой девочке в мире, которую он поцеловал. И, наконец, ни одного упоминания о Роналду и самой счастливой девочке в мире, которую он поцеловал. А как же Алексей Немов, стоп-хам, автомойка у дяди Миши на улице Проезд Соломенной Сторожки 5А, которую никто не собирается рекламировать? Ни слова об этом. Начнем с бокса, точнее о том, что от него осталось. Рой Джонс намерен провести бой не с боксером, а с простым болельщиком, который в случае победы выиграет 100 тысяч долларов. Все понятно, как и любому русскому пенсионеру, Рою Джонсу хочется замахнуть, пожаловаться на жизнь и кого-нибудь побить, но там нет Джека. Кстати, простой победитель получит 100 тысяч долларов. Теперь Дмитрий Тарасов вынужден стать болельщиком Роя Джонса. Да, судя по сумме, трижды. А Василий Уткин 2 недели назад объявил об уходе с канала Матч ТВ. За это время он успел спецгруппа «Ленинград» появиться в фильме «День выборов 2». Ходят слухи, что даже китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», не разобравшись, предложил Василию должность пресс-атташе и оклад в 5 миллионов евро. Вот этот Китай. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» прекрасно начали, но плохо кончили. Все три команды продули в Еврокубках. Ничего страшного, они просто держат свои обещания. Они обещали нам весной выйти на уровень «Манчестер Юнайтед», Порту и Наполи, а те тоже проиграли свои первые матчи. Что ж, пожелаем удачи российским клубам и пусть победит сильнейший. Это были Майки Шелтон и Алекс Кинг. ABCDFGHIKLMNOP Sports. Джордан, храни Америку. Вперед, Россия! ABCDFGHIJKLMNOP Sports.